journal de la danse. 360 degrees art news. Телеканал Россия 25 кадр. Вы видели, что вы были во Франции, в Австрии, в Скажите, чем вы руководствовали в решении? Вы готовы были оставить ваши успехи, вашу славу в прошлом и начать все с нуля? Thank you. Перед отъездом многие говорили, а не поздновато ли тебе начинать с нуля? Ну кто тебя там ждет? Мне в мои 30 что терять? Я танцевала в кардебалете. А вот моя подруга Катя Снежинская была примой нашего театра. В этом возрасте многие оставляют сцену. И Катя вышла замуж за своего давнего поклонника, французского адвоката Жана Батиста. Уехала в Париж. Она надеялась осуществить там мечту юности – стать драматической актрисой. Прошла несколько кастингов. Думала, что ей сразу дадут главную роль. Но ее не брали даже в эпизоды. Екатерина Снежинская не была готова к отказу. У нее появился непреодолимый страх перед сценой. Хотя я уверена, что в глубине души Катя ждала тот день, когда появится тот, кто поверит в нее, увидит в ней актрису. Мне даже порой казалось, что в жизни она будто играет реплики из воображаемого сценария. Ее кумиром была королева немого кино Вера Холодная, которая тоже когда-то начинала как балерина. Chérie, et ton Robert, là ? Nicolas. Tu as réfléchi ? Qu'est-ce que tu vas y gagner ? Il a besoin de mon aide. Il est jeune. Il va percer tout seul. Pourquoi tu veux pas faire la mise en scène et danser toi-même ? Maintenant ? Ça y est, ça recommence. Mais justement. Tu dépenses trop. Notre contrat de mariage. T'arrêtes pas de me dire que depuis que t'es en France, tu as tout perdu. C'est un cynisme. Tu n'es pas un cygne blanc. Tu es un cygne noir. Tu veux peut-être que je mette à pleurer ?
Personne n'a vu ni ne verra mes larmes. Tiens, qui ça peut être? Lundi, Marc et tes jeunes talents débarquent. Анюта, дорогая, ну когда же я научу тебя предупреждать о визите? Извини, а я в Питер ездила. Да когда ты успела? Ольгу Александровну видела. Да ну. Говорит, передавай привет Катериночке, моей королеве лебедей. Ла-л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 а. Анюта. Трois à la russe, comme dans le Calvados. Et 5, comme je sais pas où. Non, et non, même 4. Non, c'est bon, je suis déjà habituée à la France. Deux fois, ça suffit. T'es jamais contente, hein? Анют, сделаешь нам чайку по старой памяти? Марта твоя, любимая, обленилась. Математику совсем запустила. Она о балете мечтает. Знаешь, что мне Клера из Аттитюда рассказала? Марта к ним в бутик приходит. Стоит так по полчаса, пачкой любуется и молчит. Надо взять другие чашки. Ну. Il y a si longtemps que je ne t'ai vu. Tu veux pas revenir à la maison? Je vais bien m'occuper de toi. Justement, si je sais partir de chez vous, c'est uniquement à cause de votre manière dont vous vous occupez de moi. Так, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня? 29-й год? Откуда? А это мне вчера на день рождения подарили. Наливай, наливай. Ну, c'est bon, les filles, hein, je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous. J'ai un client à voir, je reviendrai plus tard. Я тут одного молодого артиста нашла. Привела его в порядок, сценический псевдоним подобрала. Никола Шевалье. Но ему подходит. Сейчас вложила 30 тысяч в зал. Но талантам надо помогать. И la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera. Нравится публике. Выступает теперь в приличных местах. Еще немного, и он совсем опошлился бы в этих ресторанах. Опошлился. Как точно сказано. Кать. Да? Кать, ты знаешь, меня пригласили в посольство выступить на Новый год. Угу. Ты знаешь, я очень рада. Я же всегда мечтала поставить «Хозяйку Медной горы». И там у меня уже почти все поставлено, закончено. Там не хватает только финансовой помощи. Но не в этом дело. Ты понимаешь, я хочу на публике один пассаж проверить, один номер. Ты сможешь прийти посмотреть? Ну, дорогая, ну ты же сама знаешь, у меня сейчас другой талант на выдане. Я делаю 60 звонков в день. Да, я понимаю, но вдруг так, случайно заскочишь. Ой, нет, это совершенно невозможно. Да, я понимаю, ты очень занята. Конечно. Ты знаешь, там будут интересные люди. Никас Сафронов, Андрис Лиепа. Андрис Лиепа? Хотя, впрочем, может быть, ты лучше меня знаешь. Marta, Nicolas, qui est venu? Il est venu le temps des cathédrales. Et voilà nos jeunes talents. Le monde est entré. Très bien.
Ça devient une charmante habitude, hein. Tu m'en as apporté hier. Je vais t'en apporter tous les jours, on m'en offre plein après mes concerts. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en land de Dieu. Oui, le beau Roméo et la bête Juliette. Reste dans ta chambre à travailler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal? Mais non, c'est une capricieuse. Elle va faire sa crise, elle va se calmer toute seule. Écoute, je dois en aller, excuse-moi. Je dois préparer mon spectacle pour l'ambassade. Mm-hmm. Знаешь, жаль, что ты не сможешь прийти. Ну ладно, пока. Tu veux du vin? Ah oui, avec plaisir. Tu vois que je me suis libérée pour venir te voir. J'ai traversé tout Paris. Et j'ai abandonné toutes mes fans. Et tu ne crois toujours pas en la sincérité de mes sentiments? Votre Majesté est de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu sais ce que c'est mon plus grand rêve? Danser avec toi, sur une scène. Sur une scène? Sur une scène. Catherine, je... Attends, je... Laisse-moi seule, s'il te plaît. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать вам об этой истории. Кто-то идет к цели, не замечая препятствий, а кто-то ждет годами того, кто протянет руку и поверит в тебя. Thank you.
послала спектакль по амбассада. Кать, жаль, что ты не сможешь прийти. Пока. Купи.